Всем привет! Вы на канале Кантана, играем из ФК Работнички, блядь! Я сейчас просто его порву, блядь, не заебало проигрывать. Просто вот так, чик, 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 чик. Стивен Джерард. Хорошая передача. Да ёб твою мать! Ну и правильно, штрафной в его сторону назначай. Урод, блядь. Штрафной удар, арбитр пока не торопится раздавать предупреждение. Спасибо, отличный пас, сказал соперник. Да ёб твою маму, блядь, а. Пиздец какой-то, честное слово. Мяч в руках у голкипера. Слишком поторопился игрок. Залез в офсайд. Что ты, блядь? Ну мяч-то у меня. Неудачный прием и, как следствие, потери. Мяч летит в красную площадь. Достает голкипер этот мяч, но не может удержать его в руках. Просто бесишь, блядь. Дембеле. Он с мячом и продолжает накручивать одного за другим. Какой удар! Да проверка вратаря, он на месте, блядь. Никуда не ушел. Джерард навешивает. Дай как ты не забиваешь? Твою же мать, блядь. Потеряли они мяч, теперь надо отходить в оборону. Оскар. Так, только не останавливайся, дальше двигай. Да ёб твою мать, ты затрахал, блядь, да что ты... Ахмед Муса. Блестящий счет сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Оскар. Муса Дембеле. Он накручивает соперников одного за другим. Да ёб твою мать, кого ты накручиваешь, блядь? Ахмед Муса. Терри. Маркос Рох. Муса Дембеле. Жозинь. Шкртел. Защитник перехватил передачу. Бля, ну два надо забить, а ты не можешь. Одной показывает кулак, а другой крутит у виска. Что ж ты делаешь, дорогой? Ну фу, блядь, потому что он... недалеко от ворот. Ну что, прямой удар? Такие он всегда свистит. А ведь были хорошие шансы разыграть эту комбинацию до конца. Да, по-моему, этот парень сам не сомневался, что будет гол. Лукас Лейн. Почти подошли к воротам, но защитник на чеку перехватил он эту передачу. Пиццини Лейва. Ох, ну вот это зачем было исполнять, дорогой мой? Да, этот парень всех подвел. Просто 0-0 играю, блядь, я ничего понять не могу, блядь. Я сейчас пропущу какую-нибудь херню. Что, это просто пиздец.
Нет слов, блядь, я уже... Ну, я не знаю, я, блядь, атакую, там штанги перекладины, прострел. Блядь, мы с ним бежим, у меня что-то защиты. Защиты что-то стало, я вообще не могу, блядь, в защите играть. 1-0 в нашей игре. И вот потери в центре поля. Оскар. Да куда ты в него все бьешь-то, блядь? Да что за, блядь, тупая деревянная, блядь, игра какая-то, блядь. Реально заебала, блядь. Ты, блядь, ну идиотизм кусок, ну честное слово, блядь, ну... Что, блядь? Идиотизм полный, просто. Да, конечно, проходи ты, ёб твою мать, да. Оскар. Дембеле. И эта игра в обороне, не знаю. Пробил головой, о! Бьет головой выше ворот. Виктор Ваньяма. Отличный чистый отбор. Буп. Ларис Кариус. Дорожить нужно мячом, а не дарить его сопернику. Чисто отобран мяч. Это может быть опасно. Да ёб твою мать, блядь. Забирает мяч. Уходит команда на перерыв. Не, тренер тут считает, что-то вообще. Больше не место на поле. Болельщики, похоже, с ним солидарны. Да, если бы он заранее знал, что так плохо сегодня сыграет, думаю, предпочел бы на поле не выходить. Но жизнь продолжается, впереди еще много матчей. Оскар. Да куда ты? Будет угловой, так а значит и шанс было. Отыграться. И как пробил! Блин! Голкипера сделал. Они тут уже все, смотри, тут уже в линию все стали. Свисток арбитра угловой. И снова он отбирает мяч, уже в который раз в сегодняшней игре. Да куда ты? Я вообще ищу. Ты бесишь. Команда после первого тайма. Ну, одного гола может и не хватить для победы, поэтому надо во втором тайме постараться развить преимущество и забить еще как минимум парочку. Такого игрока нелегко пройти один в один. Посмотрите, как четко он отобрал мяч. Чтобы получить мяч, надо за него побороться. Волков. Это момент. Отличный навес. Да. Мяч в руках у голкипера. Можно было пробить и получше. Опасно! И на месте голкипер. Не получается, не получается. Муса Дембеле. Ну!
Да что ты, блядь, справляется с этим мячом. Все куда-то не туда, блядь, все куда-то не тому. Не прошла эта передача мяч у соперника. Отличный прием, так держать. Какой шанс? И это гол от перекладины. Конец-то. Должна бы уже заходить, потому что уже сколько можно. Пришелся в каркас ворот, после чего мяч опустился таки за лед. Нельзя сказать, что гол вытекал из логики игры, однако такой эпизод... Наконец-то! Уверенности гляду. Снова равенство на табло 1-1. Ёб твою мать, а. Пятка и перехвачен мяч. Хороший обостряющий пас. Можно продолжать игру, чисто сыграно. Да еб твою мать, а. Это пиздец. Блять, да это циркачи, блять, они какие-то, еб твою мать. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Совсем не обязательная потеря. Итак, у нас. Слушай, ну хороший пас. Удар. Все еще ничего. Да блин, еще проходи, никого нету. Ну никого нету, еб твою мать. Получится интересная атака. Да ёб твою мать, до этого он так никогда не вырывал. Фу, вообще просто пипец. Тео Уолкер. Это явный фол. Посмотрим, какое решение примет судья. Стивен Джеральд. Это удар! И... Вот такой... Да сиди же! Они сумели выйти вперед. Такой гол дорогого стоит. Сидим! Да, вот спирт. Да вообще, конечно, справился его. Оборона здесь голкипер. Фу. После этого гол счет у нас стал 2-1. Тем интереснее смотреть. Сейчас еще один забил, блядь. Я уже сбился считать передачи, честно говоря. Их много, и они все точные. Стивен Джеральд. Тео Уолкер. И пошла передача. Голкипер справляется с этим ударом на отлично. Тихо, тихо. Блять, там уже все умерли, я даже не знаю, честно. Замену готовит тренер гостей. Да, это должно освежить игру, ну хотя бы немножко. Джон Терри. Дембеле. Жозинь. Отличный удар. Блять. Догонишь соперника, если будешь бить ему ворот. Зато если по ногам пнут, то догоняешь сразу. Ну куда ты бьешь? Блять, все, ты, блядь, следующий на продажу нахрен задолбал.
Стивенджио полумертвый, блядь, уже. С трудом сейчас мы слышим друг друга. Болельщики перекрикивают нас. Похоже, они сейчас сойдут с ума. Да, болельщики понимают, что, возможно, это решающий момент матча. Хотят максимально поддержать свою команду. Лукас Лейн. Ну что, посмотрим, какой силы удар у этого вратаря. Давайте, ребят, 3 минуты. Оскар. Хорошо разобрался в ситуации защитник и перехватил эту передачу. Адам Лалан. Нормально, нормально, бровочку его. Судья добавляет 3 минуты. В центральной зоне передачи должны быть точнее. Защитник перехватил. Главное, без нарушений. Похоже, нужна замена. Такой ну, шаг. Да! Сидит! Ну что, значит, поборолся, зацепился. Да при чем здесь вратарь, когда в упор бьют? Тем временем у нас 3-1. Бум-бум-бум-бум. Мы победили. Подписывайся на канал, ставь лайк, если досмотрел видео до конца. Всем пока!